Нюшка! Нюшка пошла лоточек смотреть мамке. Мамка, выходи. Нагулялась? Нюшка и не заметила мамку. Иди проверяй, где мамка твоя, Нюшка. Мамка удрала сразу. Пошла куда-нибудь спрятаться. От греха подальше, пока Левчик не настиг. Ну, Нюшка, иди зайди, понюхай. Понюхай чужие запахи, да? Что такое, скажи, не пойму я. Нюшка, ну, нет? Не пойдешь туда? Иди мамку свою ищи. Смешные такие, разбежались, не поздоровались. Иди, иди ищи, Нюша. Иди ищи, где мама твоя? Куда она убежала? Ну, под кухню, наверное, прятаться всегда. Да, Луняша? Скажи, я дома, наконец-таки. Посмотрите на них, даже не реагируют, так смешно. Все, что ли, забылись? Не узнали друг друга? Нюшка, ты что, мамку, что ли, забыла свою? Ты что ли, маму свою забыла уже за неделю? Даже, смотрите, как будто бы и не скучала. Ну вот, говорит, приперлась. Я, скажу, уже решила, что я тут одна хозяйка буду, да, в доме? Ну, забегали, забегали. Луняшка, ты что? Домой пришла, все? Забегала. Деловая. И кушать пошла сразу, естественно. Ой, ну смешные такие, ни до чего. Да, Луняшка? Тигра моя. Владения свои пошла обходить. Да. Пошла и скажи обходить свои владения. Рыбочка моя. Луняшка, ну вам недолго тут еще тусоваться вдвоем. Скоро мамка поедет в отпуск, и вы снова вернетесь туда. Левушку мы отвезем к бабушке, чтобы он у Нюшку случайно не оприходовал. А девчонки будут там с папой у нас. Да, Луняша? Давай немножечко здесь побудь дома хоть. Мы думали, рассчитывали подгадать так, чтобы вышло, чтобы у них любовь-морковь еще была. И не надо было ее туда-сюда возить. Но не вышла. Она перестала все гулять. И начала его задирать уже. Обижать Левку начала. Пришлось ее забрать сейчас. Так что вот так вот у нас. Смешнульки такие две. Ну посмотрите на них. Ой, лопатуси мои.